Продолжаем освещать события выставки Baxi Expo. Поехали! Сегодня представители компаний Baxi и De Dietrich расскажут о своих стендах. Посмотрим, что у них нового. Всем добрый день. Меня зовут Степаненко Александр. Я руководитель направления конденсационного оборудования компании Baxi. На выставке Baxi Expo в Москве 2019 года мы представляем новинки этого года, которые появились буквально пару месяцев назад. Первое, с чего бы я начал, это новые котлы мощностью до 150 кВт серии Duatec MP. Данные котлы предназначены как для работы в одиночном режиме, так и работы в каскаде. В данном случае мы имеем установку мощностью, суммарной мощностью 300 кВт, два котла по 150 кВт. Напомню, что все наши настенные котлы используют теплообменник из нержавеющей стали. Соответственно, здесь единичная мощность 150 кВт, автоматика Siemens. Как вариант, как предложение, есть возможность объединения по гидравлике нашими фирменными аксессуарами. До 6 котлов можно объединять по гидравлике. Также преимущество каскадной установки является то, что можно объединять несколько котлов в один дымоход. Здесь дымоход не представлен, но также можно до 6 котлов единый дымоход объединять. Потенциально на базе таких котлов можно собирать котельные мощностью до 2 мегаватт, поскольку автоматика позволяет соединять котлы в каскаде до 16 котлов. Данная серия очень популярна в России много лет, но наши заказчики просили увеличения мощности. Мы сделали модели, две новые модели, 130 и 150 кВт. Они уже доступны, сертифицированы, есть на нашем складе в Чехове. Можно заказывать, ставить проекты. Также новинка этого года – это котлы серии Duatec E или Duatec Evolution. Это серия бытовых котлов, которые максимально просты в настройке, они не требуют газоанализатора, автоматически определяют тип газа. Линейка по мощности от 12 до 40 кВт. Да, то есть это котлы чисто бытовые, в каскаде не предназначены для работы. Пользуются повышенным спросом за счет того, что, как я уже сказал, не нужна высокая квалификация сервисных специалистов. Эти котлы сами автоматически могут работать что на природном газе, что на сжиженном. Из отличий, которые появились в данной модификации, новая прошивка платы и поменялся внешний вид. Теперь эти котлы имеют черную такую стильную панель. Функционал сохранился. Те, кто работали с нашим оборудованием, легко справятся с новыми котлами, поскольку... Я так понимаю, результаты опросов не прошли зря. Просто опрашивали как-то насчет цвета. Да, у нас проводился опрос среди сервисных инженеров и монтажников, какие пожелания к внешнему виду. Один из пожеланий был как раз черный корпус, черный внешний вид. Учли пожелания российских заказчиков, и в новом обличии котлы также доступны, можно заказывать. Ну, плюс ко всему, как я сказал, здесь... Отличие минимально от предыдущей линейки. Те, кто с нами давно работают, справятся легко с этими котлами. Добрый день, меня зовут Григорий Филимонов. Я ведущий технический специалист представительства Baxi в Российской Федерации. И я хотел бы представить вам два продукта, представленных на этом стенде. Первый продукт – это котел Econova. Это котел эконом-сегмента и, по нашему мнению, не имеющий достойных аналогов на российском рынке. Ключевыми особенностями этого котла является то, что это двухконтурный котел с первичным медным теплообменником, вторичным проточным скоростным теплообменником и латунной гидрогруппой. За те деньги, за какие этот котел продается на российском рынке, латунную гидрогруппу найти практически невозможно. И второй продукт, который представлен на этом стенде, это инверторный стабилизатор Baxi Energy 400, тоже новинка этого года. Мы настоятельно рекомендуем использовать данные стабилизаторы для того, чтобы повысить долговечность работы ваших котлов. При использовании оригинальных стабилизаторов Baxi Energy и наших котлов на всю систему, состоящую из котла и стабилизатора, вы получаете дополнительный год гарантии. И в таком случае вся ваша гарантия будет составлять целых 3 года. Я
так понимаю, и гарантия получается у нас на котел 3 года, и, насколько я знаю, и на стабилизатор. Совершенно верно. И на котел, и на стабилизатор. И более того, в рамках этого года мы обещаем, что гарантия будет не только на электрическую часть, которую защищает этот стабилизатор, но и на гидравлическую часть. Фактически это по небольшой цене дополнительный целый год гарантии на весь котел. Добрый день, меня зовут Иван Архипов, технический директор «Дитриш». Я вам расскажу немножко про наш стенд, на котором мы представили наши новинки. Это три настенных конденсационных котла, начиная с самого простого «Нанео S». Это обновление текущей линейки. На новой модели у нас появился ЖК-дисплей, кнопки регулировки и доступа к меню. Ну и также добавился у нас датчик давления и добавилась совместимость с необычным красивым термостатом, который называется Smart TC. Также мы показали, что этот котел у нас совместим с протоколом OpenTherm. То есть по цифровой шине мы можем его подключить и через приложение всем управлять, что называется, с ладони. Рядышком висит котел AMC-35, тоже новинка этого года. Котел, на котором появилась новая панель управления D-Matic Evolution. Сейчас мы включим и посмотрим, как это все выглядит. Нет, не захотел. Сейчас мы его попросим. Большой цветной дисплей. Полностью русифицирован. Говорит понятными фразами на русском языке. Для индикации своего состояния может сказать, ошибка или не ошибка, или все в порядке. Соответственно, часть параметров здесь сгруппирована уже функционально по своим плиткам, контура отопления, доступ специалиста, режим для настройки мощности. Вот буквально несколько секунд, и он у нас с вами загрузится. Ну, а пока вы можете отметить, что у этого котла есть такая интересная вещь, как подсветка, которая облегчит жизнь как сервисному специалисту, так и монтажнику, особенно тогда, когда в котельной еще не сделано освещение. Ну вот, котел настолько умный, что говорит, что я не вижу давления воды, хочу подпитать, но по всему остальному видите, что говорит, все в порядке, все хорошо. Если что-то случится, он нам проиндицирует ту или иную ошибку, и, соответственно, светодиод состояние у нас будет красным. Ну, я так понимаю, есть и связь, тоже можно подключать. Да, сейчас есть совместимость, да, то есть автоматика поддерживает различные типы комнатных термостатов, FKLW, OpenTherm и, соответственно, наша специализированная шина, которая называется Airbus, и которая предназначена для подсоединения красивого термостата Smart TC. Ну, также в качестве наглядного пособия мы показали сердце нашего соседнего котла МЦА и МЦ. Это алюминиевый теплообменник. Здесь он представлен в разрезе. Можно хорошо увидеть все проходы в данном теплообменнике. То есть они достаточно большие. Соответственно, сопротивление котла незначительное. То есть подбор насосов для такого котла это достаточно простое занятие. Также видны направляющие, которые позволяют направить поток в нужном направлении. И видно, что теплообменник со снятым лючком для ревизии, он уже изначально задуман для того, чтобы его можно было легко и просто механически почистить. Хотелось бы добавить, здесь получается, на основании всего вами вышесказанного, увеличивается срок эксплуатации. Да. Теплообменник с проходами. Большие проходы, большая площадь поверхности теплообмена, то есть у нас эффективность, ну и, соответственно, техобслуживание у нас повышает долговечность оборудования. И вот так показано уже целиком в сборе котел, также с панелью управления 5-го поколения D-Matic Evolution, цветной дисплей, большие пиктограммы, все достаточно видно и понятно. Мы видим, что котел нам говорит, сейчас все в порядке, единственное, дайте мне газ, дайте воду, будет тепло. Здесь тоже представлена подсветка для того, чтобы мы могли хорошо работать даже при отсутствии электрического напряжения. Это энергонезависимый. Только по подсветке. А? Только по подсветке. И сколько мощности этого котла? Ну, данный небольшой, 45. В таких же габаритах до 115 киловатт. Здесь, я
Здесь представлена акция, да, классический котел неконденсационный с емкостным водонагревателем. Сейчас на этот комплект у нас действует спеццена, то есть акция. И люди могут сэкономить до 15 тысяч рублей, что тоже достаточно хорошо. Ну и дальше у нас будет сегмент уже в некоторых случаях бытовой, но в большинстве не бытовой. Это напольные конденсационные котлы. Здесь 210 кВт. Секционный теплообменник из сплава алюминия с кремнием. Достаточно популярные модели как больших частных домов, так и для котельных административных центров, офисов и так далее. Мне вот нравится как это, подход к мелочам в оборудовании, то бишь освещение и так далее. Я здесь смотрю, как в старые добрые времена был ёршик, здесь тоже, да? Да, здесь находится инструмент для очистки, да, представляет из себя вот такой металлический нож или металлическое полотно с зазубринами. И также, как на том теплообменнике, вертикально проходится вверх-вниз, и мы чистим поверхности теплообмена котла. Один из действительно интересных котлов, который находит применение в крышных котельных различных регионов Российской Федерации, это напольные конденсационные котлы серии C330, C630. Если мы попробуем его открыть, мы увидим, что этот котел тоже имеет секционную конструкцию. Здесь в качестве материала теплообменника у нас с вами используется сплав алюминия с кремнием. Вы видите, что есть определенные общие части у настенных, напольных и данных напольных котлов. Теплообменник, люк для чистки, люк для ревизии. И для техобслуживания также используется тот самый нож, который мы с вами видели с зазубринками. И тоже можно увидеть, что продуманы те самые мелочи, которые нравятся технически грамотным людям. То есть все на своих местах, все доступно, все ко всему можно добраться, все можно обслужить. Что же представлено здесь? Дальше представлены обычные стальные двухходовые котлы, которые тоже находят применение там, где требуется достаточно большая мощность, но не слишком высокая, скажем так, доступная цена с менее высокими энергетическими характеристиками, такими как КПД и прочее. То есть такие котлы тоже находят свое применение. Промышленность, котельные, замена оборудования. Где-то даже используется как котел для временной работы. И в принципе, спасибо вам большое. Не за что. Успехов вам на вашем канале. Ну и на сегодня это все. Не забываем про вот это. До встречи в следующих роликах.